Приветствую, дорогие друзья, вы на канале StanLove6. Сегодня я хочу проверить одну такую стоящую вещь, которая, думаю, заинтересует многих сталкеров, особенно которые начинают только проходить Gunslinger HGM. И у нас есть такая функция, как купить тайники у свеча. Сейчас я вам покажу, что один тайник у меня здесь только известен. Зелененький больше нет на затоне. Итак, сейчас я попробую купить у него несколько тайников. Затон. Да, один тайник 1000 электронных рублей. Выбери местность. Затон. Почему-то у меня нету 1000 электронных рублей. Не пойму почему. Абсолютно не пойму. У меня тут 30 000. В чем дело? Надо только электронные. Ну давай тогда сыграем в очко. Вот оно что, хорошо, будем играть. По моим правилам, если я проиграю, оплачивать свой проигрыш буду электронными деньгами. Если же выиграю, будешь платить наличными. Готов? Деньги. А я сейчас карты перемешаю. Ну ладно, давай. Итак, минимальная ставка 50 рублей. Принять ставки. Начать. Так, двадцаточка. Прекрасно. Передать ход. У него 22. У меня 22. Продолжить. Вы выиграли. Ваш выигрыш составил 50 рублей. Сумма очков. Ой, 7, противник 22. Окей. Что я уже забыл, как это играть. Так, максимальная ставка 1000 рублей. Ставка 100, 150. Давайте на 1000 сразу сыграем. Начать игру. Так, 8 плюс 9, 17. Опасно. Ой, опасно. Что же делать? Передать ход. 25. Есть! Прекрасно. Отлично. Все. Есть у нас 1000 электронных рублей. Тайник, затон. Один тайник 1000 рублей. На. Спасибо. Смотрим. Этот был известен уже. Вот тайник у нас появился. Между аномалией коготь. Цирк. Цехоподстанция. Сейчас проверим. Чего ж там лежит? Надеюсь, оно того стоит.